сейчас мы приехали в семью, где двое деток. Вот мальчик, у него была опухоль головного мозга, ему сделали операцию, и вроде сейчас нормально, все деньги ушли на операцию, и у них сейчас очень затруднительное положение в семье. А маленький мальчик, вот тут он спит. Спит, он заболел немножко, мы тихонько разговариваем, мы привезли ему продукты. Благодаря замечательной группе из Норвегии, помощь детям Украины, благодаря замечательным людям, Ингрид Маргарет и другим, а также его руководителям, мы смогли накормить эту семью. Бабушка говорит, что это очень существенная помощь. Конечно, все как бы есть, и можно продержаться какой-то промежуток времени, отложив какую-то денежку на обувь, одежду, медикаменты какие-то, потому что все равно нужно что-то поддерживать. Огромное спасибо вам, люди, и братья норвежцы, которые помогают нам в трудную минуту. Это Петровский район, это очень близко к линии фронта. Спасибо вам и низкий вам поклон за это. Скажи спасибо. Спасибо. Вот молодец. Спасибо.